Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, и мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, невероятное событие, задание дня. Орех-здоровяк использует для атаки здоровья. Рекомендуем колоду ореха в доспехах «Ореховоз», чтобы не дать ему погибнуть. И будем мы против Нептуси. То есть вы хотите сказать, что я должен сделать усилия возле ореха-здоровяка? Весь акцент именно на него? Ну давай, я попробую, мне бы... Вот, вот это уже лучше. Так, это мы пока уберем, наверное. Ну что? Давай. Смотрим. Ты, блин, серьезно? Смотри, он рикошет мне делает, а? Он сделал рикошет. Вот кто там у него может быть, а? Давай так сделаем. Сумоист. Значит, Нептус решила сыграть на колоде спортивной, насколько я могу понимать. Ага, на колоде спортивной. Ну-ка, давай я так вот посмотрим. Плохо. Да, плоховато, конечно. Еще один здоровячок. Сумоист. Я могу предположить, что там у него будет сумоист. Поэтому сделаем, наверное, вот так вот. Да и все пока. Нет, не сумоист, оказывается. Должна защита сработать. Должна, но не сработала. Твою налево. Ну вот это вот беда. Я сделаю, наверное, вот так вот. И пока все, поехали. Защита, защита нам пригодится. Так, что он там, я не знаю, ребят, что он вытянул. Но явно что-то не очень хорошее. Давай сделаю вот так вот. И на всякий случай вот так. Вдруг что-то пойдет не по плану. Смотрим. Нет, то есть задумалась. Но это ерунда. Это нам вообще не страшно, если честно. Сейчас он, знаешь, сколько она получает урона? Два. Ага. Ну, допустим. Поехали. Тюнь. Дальше. Хлоп. Блин. Блин, блинский. Два ниндзи? Зачем? Зачем он поставил сюда два ниндзи? Рискну. И... Блин. Совсем забыл. Давай, короче, еще хернемся. Ну все, крышка ему. На тебе. Замечательно. Так, Нептус, мы победили. Так, нанесите 5 единиц урона героям, используя карты мишень. Разыграйте 3 зомби с бучками и повысите силу растения, опять же, до 6 уровня.
как вы мне дороги, а? До 6 уровня сил в растении повысить. Ну что, начнем с какого задания? 3 зомби с бочками разыграть, да? Так, ну если я не ошибаюсь, зомби с бочками у нас находится вот здесь. Сейчас мы посмотрим, хочу лично убедиться. Они вообще тут присутствуют, эти зомби с бочками-то? Есть. Так, значит, нам придется что-то здесь убрать. А что-то тут уберешь? Ну, давай этого тогда удалим отсюда, да? Кого еще тут можно убрать? Они все мне нужны здесь, понимаешь? Так если у меня здесь пираты, почему я здесь не взял? Хотя тут вот это может быть убрать еще. Ударить отсюда. Вот этого надо поставить. Ладно, фиг с ним, отыграем просто зомби с бочками, да и все. Где там последний? Вот он. Поехали. Рей Драгон. Это у нас подсолнух. Ну чё? Издевается, да? Ладно. Что я могу сделать, ребят? Оставим пока вот такую вот колоду, которая есть. Соответственно, у нас только второй ход будет. Да и то он его, наверное, сразу же звезданет, скорее всего, мне кажется. Поэтому начнем, наверное, вот с этого, с мелкого. Хм. Как думаешь, если я поставлю сюда надгробие, он его съест, уничтожит? М? Ну вот так вот, если я сделаю. Будет он его защищать? Ну, я имею в виду подсолнух. Окей. Ох. Такс. Что нам тогда делать? Нифига у нас здоровье осталось. Пум-пурум-пум-пум-пум-пум. Давай я, наверное, вот так вот сделаю. Хотя он опять же по земле может ударить. Может же ударить? Конечно, может. Сделаем так и сделаем вот так. Посмотрим. Если у него есть солнечный удар, конечно, он применит его. Угу. Я не удивлен. Поехали. Там еще неизвестно, что за чундер вылупится. Вот кто, да? Давай сделаем так. И вот так. Поехали, блин. Ну, тут, ребят, по-моему, нам кранты в любом случае, потому что... Хотя, если заморозить его... Давай-ка попробуем так. С прочерком, да?
Еще, ну все, ребят, тут уже кранты. Хотя, подожди секундочку. Блин, нет, все равно не получится. И все, и фейл. И даже зомби с бочками не разыграл, ты понимаешь? В плане, разыгрался все-таки один. Слушай, так может быть это не тот зомби, про которых я думаю, с бочками, а может быть просто зомби, который у нас там вообще есть. Любой зомби... Ой, Роза. Роза это еще тут. Ну что это? Ну что это? Сейчас будет превращать, наверное, как всегда, да? Нет? Значит, на хилах. Роза на хилах. Ну, вряд ли она на заморозке будет. Хотя я уже ничему не удивлюсь. Оу. Слушай, я только что видел эту колоду. Сейчас смотрю, мода какая-то на это, на ускоряя вот эти вот колоды через тыкву. На ускорение. Пропускаем ход. Потому что мне сейчас нечего здесь делать. Гриб. Нет, парень. Так дело не пойдет. Сработает защита, как думаешь? Давай так вот сделаем. Сработает защита. Я не знаю, что у него в руке за карта. У него есть заморозка. Насколько я помню, есть превратить в любого зомби. Все-таки на заморозках, да? Все-таки, блин, на заморозках, как ламон. Ну, что ты там в козла превращаешь, да? Понял. Накопил себе заморозки, ребята. Ладно, сейчас будет, короче, он меня... Именно заморозками мурыжить. Так, сделаем вот таким вот образом. Пускай замораживает. Он сейчас будет еще ландыши эти свои подснежники выставлять. Об этом тоже не забываем. Вот. Пускай тратится. Да блин, ты серьезно, что ли? Я думал. Ну это трэш. Давай так вот сделаем. Упс. А чему я удивляюсь, ребята? Это же Роза, ё-моё. Так, 5, 2, 5. Если только вот так вот сделать. Сюда. И сюда.
Как тебе такой раскладец? Набрал, блин, 1000 этих, блин. И довольный сидит. Все, отыграли. Так, ну давай посмотрим, что у нас еще за задание там. Так, наносите 5 единиц урона, используя карты мишень. Используя карты мишень. А последнее задание — растение до 6 единиц. Прокачать растение до 6 единиц. В принципе, на ягоде можно было бы, да, отыграть. Давай попробуем. На ягоде, я имею в виду, которая получает силу за счет нанесения по ней урона. Так, ну вот это, наверное, уберем пока. Поехали. Посмотрим. Так, ну первого хода у меня нету. Есть только второй. Блин, две ананасовые бомбы. Даже так? Кто там у тебя? Это плохо. Это плохо, что вылез у него тут пират. Что сделаем? Ага, уничтожает орех, ладно. Так, нам надо с этим разобраться, верно? Давай, короче, сделаю вот так вот. И вот так. Еще вот так. Кто там у него? Ага. Накрутил, накрутил. Че ты довольно такой радуешься, я не могу понять. На тебе. Давай сюда мину поставим, пускай будет. Этот, конечно, погибнет, жаль. Ландшафт. Вот эти вот две. Красиво. Давай сюда влепим. Ну, сработает защита, это понятное дело. Что мне делать вот с этими, скажи мне, пожалуйста, на милость. Ну хорошо, хоть где-то применится у меня ананасовая бомба. Хорошо. Спасибо хотя бы на этом. Ну,
Сейчас у него флакончик, да, будет? Не забудь, что он, по-моему, может нанести 3 единицы урона. Угу. Понижает мне вообще атаку. Ну что, ну 4 в лицо мы ему нанесем. Допустим, 4 единиц урона. Этого мало. Этого, друзья, мало. Этот орех он уничтожит мне. Вот это вот бесява. Вот это вот на самом деле сейчас было бесява. Погнали. Так, 2. Угу. Ой, шикарно, ребята. Ой, шикарно сейчас вышло. Ну что, тогда возможно. Даже вот так вот, да, решил это сделать. А я вот так сделаю. Ну и все. И что? И он думает, что... До свидания. Слушай, а подожди, я же, у меня же было совсем другое задание. Прокачать растение, насколько я помню, до 6-го этого. До 6-го уровня. Так же оно звучало? Повысить силу растений. А мне просто ягода не выпала. Если бы она бы выпала, я бы ее поставил бы на лаву. И за счет того, что она стояла бы на лаве, она постепенно бы у меня раскачивалась. Ну, естественно, если бы не вылез бы какой-нибудь супостат и не уничтожил бы. Секешь, знаешь, чем я? Вот этот вот водяной орех, нафиг он мне здесь нужен, если честно? Тут вообще не вписывается ни в какие ворота. Ага. Летучих мышей вызвал. Ну что, по ним плачет фруктовый микс. Как я считаю, да? Так вот, хоп. Ага, вот как раз мы сюда и поставим. Сейчас глянем, что он будет делать. Сделаем вот так. А здесь поставим вот так вот. Во. 2 энергии. Ну и что тебе это даст? Дополнительные энергии. Хорошо. Как даже, да? Давай сюда поставим. У нас есть вот этот грибок, который нам поможет. Так, защита. Окей. Ну, вот сюда вот поставим. Для прикрытия, так сказать. Так, этот улепетывает. Этот улепетывает. Так, вылез опять этот хмыреныш. Мы сделаем вот так. Еще пошла прокачка. Не-не, пускай прокачивает, ребят. Пускай прокачивает.
Уничтожает, как ты видишь, ягоду здесь мне. Ну, этому кранты на следующем ходу. Хотя лучше, наверное, сюда бомбануть. Так. Ну что, этот парень доигрался, понятное дело, да? Упс. Упс. Что творит? Это посмотри на него. Заколебался своей энергией. Нам потом надо будет ставить стражи как-то. Так, ну ладно, две и тут две. Хм, это интересно. Так, ну что, поехали. Я не знаю, ребята, что у него там за заклинание есть. Дополнительную энергию. Ну ладно, фиг с ним, пускай. Нам главное поставить стражника. Так, посмотрим. Опять зомби-астронавт размещает. Блин, сработает у него защита потом. Задумалась у нас. Так. О как. Ну, это понятно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот это надо потише. Так, 8 хп. Чё там у него? Я не знаю, друзья, кто здесь. Но поставлю я вот так. Нам повезет, нам повезло круто, ребята, потому что... А, у нас же страж, ёк-макарёк. Слушай, по-моему, все, тут победа за нами. Вот этим же нам надо было, да? Нанести урон. Это сейчас 3-3 сделано, или как? Да, 3-6. Хильнуться решил. Ну, хиляйся, хиляйся, хиляйся. Блин, ну все не то. У нас немножко другая задача была. Прокачать растение до 6 сил. Да я так буду до посинения, по-моему, усилять до 6 сил. Потому что, ну, он не дает. Ягода, была возможность там ягоде, так ее уничтожили бомбой. Сам видел прекрасно, да? Так, а там до 6 сил или до 6 здоровья? Подожди секундочку. Повысить силу. А, силу. Ну все, значит сила. Ну ведь можно, наверное, и не только. Можно и всякими бафами, да? Карамельками, например, тоже прокатило бы, наверное. Так, ну что у нас здесь? Йоу, просто. Заморозка. Высшая лига. Ну и что это, блин?
Дали бы лучше бы ягоду мне. Заморозка, он замораживает землю. Не забываем об этом. Дестройер. Тут типа уничтожитель. Никаких сундучков. Хотя можно было бы и поставить на поляну. О как. Что ты сделаешь? Еще одного выставляет. Посмотри, а. Замораживать будешь, нет? А, он перемещает. Ну, кранты тебе, парень. Сейчас ты довыделываешься. Сейчас ты довыдел. Он думает, что... Конечно. На, хлыщ. Так, а здесь... А здесь мы посмотрим, кто будет. Ага. 2-2. Ему крышка есть. Ну, он сейчас успеет, конечно, кого-то поставить, но ему на следующем ходу кранты. О как. По этому парню плачет моя жабонька. Так. Ну, это сейчас будет прокачиваться, понятное дело. Так, хоп. И хоп. Эх, как бы мне сейчас, ребята, конечно, хотелось бы бомбочку получить, но нет ее. Понимаешь, нет бомбочки у меня. Давай смотреть, что он там сделает. Да хоть заперемещайся. Безумие. А, вот ты как делаешь. Блин. То есть он меня пробьет, получается, да? Ай-яй-яй-яй-яй, ребят, ну не повезло. Чуть-чуть бы побольше здоровья, блин. И жабу не успел, видишь, активировать. Так, ну зато мы успели с тобой сделать вот это задание. Теперь остается 6 единиц урона. Подожди, ну у нас тут ягоды-то хоть вообще есть? У нас одна-то была, я видел. Слушай, ну их 3 штуки у нас. Три штуки, что-то мне не везет никак. А ты прикинь, если тебе, например, выпало на стол 3 ягоды и 1 кактус. То есть кактус уничтожает, он бомбит по всем ягодам, и они влупляют по 4 урона каждая. То есть если их стоит 3, то это 12 урона. Это мощно, ребята. Так, сальца. Да что же такое-то, а? Что за непруха? Натаниэл. Слушай, он может его прокачать или нет? У меня-то копится защита, а у него нет.
А вот, ребята, и ягоды. Вот так вот ты решил, да, сделать? Давай я так сделаю, фиг с ним. У него, правда, может быть капелька, которая может... Ага. Мне нужно до 6 до 6 сил прокачать. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Что можно тут? Так, это нам невыгодно брать. Давай сделаю вот так. И вот так. Зачем я поставил? Сейчас кактус уничтожает. И в кого? В кактус, что ли, полетит? О, в лицо. Слушай-ка, он в лицо мне зарядил. Блин, как мне этого хмырёныша подбить? Никак. О, все, ребят. Ну дайте вы прокачать его до 6 силы, господи. Не... Нет, картошка, мы так с тобой далеко не уйдем. Ну, не может, ребята, он. Не может, он. Не справляется он здесь. Раз картошка не может, может быть, орех сможет. Но опять же, до 6 силы прокачаться. Разгром. Блин, мне вот обязательно вот это вот ананасовая мина. Бомба, именно сейчас. Ладно, смотрим. Угу. Держи карман шире. Так, если он на поваренках, значит у него будет гаргантюахи, наверное, скорее всего. Кого он там собирается прокачивать, я фиг его знает. Если я этого поставлю, он 100% даванет. Хм. Пропускаем. Этого он даванет шаром, 100% тебе говорю. Хотя у него не было, он бы... Наверное, кактус бы... Хотя чё кактус? Выставил за одну энергию я, за одну энергию он. У него уже не было в запасе еще. Лужайки, я смотрю, у меня хилища нету, да? Это-то у меня есть комбо. Но я так и думал, что будут гаргантюахи. Я так и думал. Сейчас проверим, есть у него шар или нету. Ну чё он там задумался-то опять? Есть. Ну как же он без шара, ребята? Это... Так, вот теперь другой вопрос у меня. Да-да-да-да-да-да-да, это все предсказуемо. Теперь сделаем так. И вот так. А вот и лужайка хилищая.
Сейчас будет гаргантюшек выставлять. Не будет. Ну, допустим. Припас все-таки, да? Баллончик. Охламон несчастный. Все-таки баллончик он припас. Иди отсюда, а. Четыре-четыре, это 8. Блин, мне нужно получить урона. Приличное количество, чтобы... Так. Ты посмотри, а. Наверное, не надо было мне ландшафт выставлять. Да? Что тут сделать? Я, ребят, не знаю, тут уже ничего не сделаешь. Давай вот так, наверное, сделаем. Такс, и... Что тут? Ну, вот так вот, наверное. Зомби получает плюс 2. Ну, давай. Сейчас нас, конечно, тут распишут. Все, доигрались. Так. Ой, ребята. Да тут бесполезно. Что я вдруг подумал, что здесь можно получить как-то себе энергию. Не знаю, ребят. Блин, фигня какая-то. Так, ну понятно, он отхиливается здесь, это все ясно. Сейчас 4 в лицо. Да не катит тут. Ладно, ребят, сдаюсь я, короче. Сейчас будет там сидеть, суп жевать 3 часа, думать, что бы сделать, как бы врезать. Из-за этого дурацкого задания повысить силу растения до 6 единиц, я не могу ничего сделать. Прикинь, просто не могу ничего сделать. Я не могу закончить серию, друзья. А надо. Блин, завтра еще на работу, надо ложиться отдыхать уже. А не в зомбики играть. Так, смотрим. Ну, давай так, попробуем. Все-таки акцент больше я делаю на ягоду. Ягоду, мне кажется, проще прокачать до 6 силы. Что-то знакомая ситуация. Он что там хочет...
На заклинашках играть? Я знаю, есть такая, ребят, колода. Держав разряд, работает на заклинахах. Давай сюда поставим, посмотрим. Понижать будет атаку? А нет, дополнительную энергию берет. Угу. Пам-пам-пам, да? Пам-пам-пам. Так, микс фруктовый выпал, это уже радует. Так, выполз. Уничтожает. Ну что, будем ждать, когда он прокачается тогда до... Не знаю, до 5. Все, он сам себе смертный приговор только что подписал. Под ананасовую бомбочку. Хотя фиг знает, может он сейчас кого-нибудь похлеще выложит. Нет, не выложил никого. Интересно, у него 8 энергии, блин. Поехал я, короче. Желудь, желудь, это в принципе неплохо. Блин, что-то мне не нравится, что-то он там. Эть, друзья мои, это было предсказуемо. Погоди-ка, а сколько у нас там? 6. Давай сделаем так. Значит, он будет на этих бомбить, да? Ну, с таким успехом можно его сюда влепить. Теперь-то уж. Что у него там, бонус на атаку или еще один такой хмырь есть? О, что он выставляет. Так, друзья, ну что, 8. Как тут лучше-то сделать, даже не знаю. 3, 3, 6. Допустим. Вирус. Еще и защиту. Ё-моё. Ну все, ребят, тут походу приплыли. Сейчас пробьет нас. Еще не легче вылезла тут кикимора. О, все, ребят. Где ягода, блин? Слушай, может быть, не выкладывать эту серию, а? Какая-то вообще никудышная. Я не могу выполнить задание, а? Прикинь. Прокачать ягоду. Она и не выпадает мне. Их 3 штуки у меня в колоде, она не выпадает вообще ни одна. Вылезал, наконец-то. С кактусом все как полагается. Все, попробуем сейчас раскочепарить ее.
Так, смотрим, что он там сейчас будет. Ага. Давай так, наверное, сделаем. Блин. Ладно, этого потом звезданем. Такс, ну что у него там получается? Угу. Так, этого бомбим. Здесь тогда ставим вот так. Он не забывает, что у него есть молния. Но он ее применять не стал. Так, ну что, будем ставить сюда ягоду? Твою налево. Ты достанешь меня, парень. Давай вот так вот поставлю. Черт с ним. Так, у него может быть бомбочка, кстати, не забываем об этом. Ну давай, 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 так сделаем, фиг с ним. Опа. Ага. Все-таки молния была у него, да? Все-таки молния у него была, ладно. Ты запарил, а? Ну, ягода пошла, пошла, активируемся. У него может быть еще капелька, не забываем. Так, фруктовый микс, отлично. Ему эта лава, наверное, сейчас поперек горла, да? А, нет, смотри-ка. Подожди, я же могу вот так вот сделать. Хлоп. И вот так. Жалко ягоду. Блин, она так и не получила силу шести. Силу шести не получила. Блин, он меня сейчас будет терроризировать, да? Он будет сейчас меня, ребята, терроризировать. Поехали. Если он сейчас его опять поставит сюда, это будет хорошо. Кошатница. Кошатницу он поставил сюда, да? Ну, погнали. Вперед.
Да, да, да. Получим мы, конечно, в лобешник, понятное дело. Да никуда я пока не буду никого убирать здесь. А вот это хорошо, что грибочек на меня выпал. Это очень хорошо, друзья. Как раз вовремя, да, поставил чувачок. Давай, 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 давай. Ой, какой ты молодец. Ой, какой ты молодец. Прям песня. Прям, друзья мои, песня. Поехали. Тынс. Угу. Уничтожит, наверное, скорее всего, вот этого мне, да? Нет. Угу. Так, ребят, ну я предлагаю... Подожди-ка. Блин, я не могу туда поставить, да? Ладно, сделаем так. И вот так. Пум-пум-пум-пум. Так, 4. 4. Ну, вот так еще поставим. Давай посмотрим. Ну, допустим. Допустим. Такс. Они встали-то, блин. Как раз там, где не нужно. Посмотри, а. На. Все. Так, я надеюсь, я получил, да? Мне нужно было растение прокачать. Как раз картофельный помог мне. Да. Наконец-то. Наконец-то, друзья, получилось выполнить это задание. Ну, из принципа уже пошел. Как говорится, ни шагом назад, пока не выполнишь. Ну что, друзья, на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.